Утверждение о том, что губит людей не пиво, не всегда актуально. 90 литров некачественного пенного напитка обнаружили сотрудники прокуратуры Фрунзенского района в ходе проверки одного из баров города. На указанное заведение поступали жалобы горожан. В ходе надзорных мероприятий было обнаружено более 90 литров пива с истекшими сроками годности. Прокурором района было принято решение внести в адрес директора данного юридического лица соответствующее представление. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение продавцом требований технических регламентов, которые создали условия причинения вреда жизни и здоровью граждан. Указанные административные материалы рассмотрены арбитражным судом Ивановской области 14 января 2019 года. Виновному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.